Вот, с Новым годом! В Агробанке нам всем раздали подарки. Вот сейчас принесли, поздравил Дед Мороз. Теперь хочу открыть и показать, поделиться с вами. Ой, какие сладости! Ой, полная коробка сладостей. Вот и краски есть. Чего только нету. Как здорово. Чего только нет. Молодцы, спасибо. Руководство, организатор, кто дарит нам такой праздник. Мелочь, но приятная. Ой, как блестит. Красота, ляпота. Всех с Новым годом, желаю счастья. Это вид с окна у нас. Вот ели какие. С шишечками. Вот какая красота. Это внешний вид. Вон там у нас кафе, ресторан. Камыш называется, Хорезмский. Вот какие елки. Вот эта елка настоящая. Живая. А вот здесь гнездо из Сорокина. Утром я ее видела. Вот. Очень красивая зима в этом году. Необычная. Не как всегда. Давно такой зимы не было. Такая зима была в советское время. Я помню, когда мы были маленькими были на каникулах. И тут немного было снега побольше. Потому что на санки катались. Время идет, жизнь бежит ключом. Все едут откуда-то или куда-то, все заняты. Вот наши цветы. Вот антикварная ваза. Наша. Столетняя. Вот Азиза. Это Максим Горький. Смотри, как красиво. Вот здесь цветы продают. Цветы, красота такая. Опять. Смотришь и не нарадуешься. Вот это елка, вот как красиво. Вот какие эти потолочные гирлянды. Это цветы живые. Здесь мороженое продают. Везде многолюдно. Это вот я иду домой.